Альф, только что пришел образец экспериментального оружия. Достаточно компактный, но при этом такая убойная сила. Действительно. Такой был в 98-м. Что удалось выяснить? На самом деле немного. В самой ампуле ничего интересного не было. А вот этикетка... Если хочешь найти меня, приведи девчонку. Где Роза? Черт, опять выключила. Сэр, может позвонить еще раз? Просто не слышала звонок. Да она вечно не слышит. Ты же видел, как она на тебя смотрит. И как же? Как Джилл. Брюнетки, шатеночки, рыженьки, с большой грудью, с маленькой. Даже вот как наша мисс Уинтерс. Почему боссу всегда везет на напарниц? Хотел бы я так же. Да ты дорасти сначала. С твоим-то ростом, да на тебя только карлицы посмотрят. Что ты сказал? Лишь факты. А ну иди сюда, что ты там ляпнул? Ну-ка повтори, собака. Спокойно, спокойно. Салада. Посмотри на меня. Ну? Ты не понимаешь. Это для ее же безопасности. Мия, но я же стараюсь. Это моя дочь. Ты ей не отец. Хватит ее опекать. Она уже взрослая. Понимаешь? Сколько ты еще будешь ее опекать? Столько, сколько нужно. Если бы Итан был жив, если бы ты спас его тогда... Розе не пришлось потерпеть все это. Похоже, мы с тобой не договоримся.
тебя никогда не было своих детей. Sorry for the road that I won't take, for the words that I won't say, for the love that I won't give. Sorry for the heart that I won't show, for the lengths that I won't go, for the life that you won't live. Sorry that I opened up my arms, would never reach in time before they closed again. You will forget, and I won't remember it, when all I ever did was race in circles. You will forget. Мы ведь говорили уже с тобой об этом. Хватит этих тренировок. Это опасно. Сколько можно шастать с Крисом Редфилдом? Ты как? Надо продолжать. Ты как? В порядке. Что ты совсем не возишься? Давай покажу как. Все, сворачиваемся. Идем домой. Ты как? Порядок. А ты? Да. А ведь это Оливейра спас Валентайн из Ракон-Сити. Босс-то просто слинял из города тогда. Сейчас я покажу тебе мастер-класс. Ну, давай, давай. Ах ты, псина! А, да ты опять подгрызил руку! А ну верни мои деньги! Да ладно тебе, успокойся.
Это честный бой, все было нормально. Больно. Что? Я не могу пошевелиться. Кто-нибудь. Не чувствуешь тело? Можешь даже не пытаться, малышка. Ты псих, отпусти меня. О, и что ты сделаешь? Используешь свою плесень? Попробуй. Давай, попробуй, я же здесь. О, не получается. Возможно, дело в сыворотке BSAA, которую я щедро вколол в твои вены. Ты не знаешь, с кем связался. Ты не знаешь, кто я такая? С кем? С девочкой-плесенью? Чей отец мутант? И кого Крис Редфилд обещался защитить? Поверь, я очень много знаю об ангеле-хранителе. Этот ублюдок, он слишком долго вставлял мне палки в колеса. Что ж, пора закончить начатое. Крис придет за мной. Да ну, думаешь, он такой герой? Способен всех защитить? Все, кого он любит, умирают. И умрут. Что ты хочешь? Что ты собираешься делать? Что ты делаешь со мной? Как ты думаешь, ты действительно нужна ему была, как напарница? Отпусти меня! Думаешь, ты для него вообще что-то значила? С такой силой? Ты всего лишь ходячая биолаборатория. Как там говорила мать Миранда? Безликий сосуд. Так забирай мою кровь и отпусти меня! Нет, нет, нет. Твоей крови будет мало. У меня для тебя большие планы. Нас ждет много работы. Что ты собираешься делать? Я собираюсь стать будущим.
Черт, она давно не выходит на связь. Может, жучок, который я подложил, поможет? Черт, что-то знакомое. Неужели... Дерьмо, твою мать. Надеюсь, игрушка, которую нашли псы, мне поможет. Кажется, у нас гости. Роза? Не приближайся, Редфилд. Ты же не хочешь, чтобы очередная милая мордашка пострадала? Бросай пушку. Ты чертов ублюдок, Хьюз! Слишком лестно, Редфилд. Посмотри, что с тобой стало. Ты хотел контролировать мир? Ты разрушил BSA. Столько ребят погибло из-за тебя. Все давно к этому шло, Редфилд. Просто вы и другие скудоумные идиоты не хотели этого замечать. Разве об этом будущем ты говорил? Знаешь, ты и все твое прошлое начальство, особенно этот кретин О'Брайен, вы мыслили слишком узко. И к чему это все привело? Заткнись! Он стоил больше, чем все мы. А ты... лишь жалкое ничтожество. Нет, я — это будущее. Мне больше не нужно BSAA. Я нашел нужный компонент. Плесень в ее крови. Вот ключ, который я искал все эти годы. Теперь он, наконец-то, в моих руках. Как иронично, что сам великий Крис Редфилд принес его прямо ко мне в лапы. Ты хорошо ее взрасти. Знаешь, что странно, Редфилд? Если ты борешься с вирусами, то почему она все еще жива? Что случилось, Редфилд? Разве эта тварь не угроза для всего человечества? Ты в конечном итоге проиграешь, Хьюз. Такого ублюдка, как ты, надо было прикончить еще тогда. Это мы еще посмотрим. Стой, не делай этого! Ты проиграл. Все кончено. История циклична, Крис. Ты никого не можешь спасти. Это тебя за Джилл. Роза, вставай. Очнись. Крис, ты пришел за мной?
Я не мог иначе. Давай, пойдем. Пойдем домой. Все будет хорошо. Я поговорила с мамой. Она не против моей стажировки у тебя. Но только если я хорошо сдам летний экзамен. Хм. Я рад это слышать. Ну, ты уж постарайся. Но я верю, что ты справишься. Как и всегда. Да, еще эссе в колледж писать. Крис, я давно хочу спросить тебя. Теперь, когда твоя миссия окончена, стало ли тебе легче? Не знаю. Не могу быть уверен в этом. Эй, Роза, прости. Я был неправ. Надо было больше тебе доверять. Я и не заметил, как ты выросла. Ты стала совсем большая. Я тоже вспылила. Я понимаю. Ты всегда хотел как лучше, Крис.
столько лет. Тяжело кого-то терять. Я знаю, что это такое. Тебе страшно? Каждый раз, когда закрываю глаза. Что дальше? Ну, необходимо еще понаблюдать за ситуацией. Возможно, Хьюз действовал не один. И в этом деле мне понадобится напарник. Ты хочешь сказать, что я? Да, да. Нам предстоит много бумажной работы. Крис! Lay your weapons down. Lay your weapons down. Don't need to do this. Can't make it through this. Lay your weapons down. Привет, папа. Прости, что давно не приходила. Столько всего хочется тебе рассказать. В школе все так же. Но Крис хвалит меня на тренировках. Он хорошо заботится обо мне, как тебе и обещал. С днем рождения, папа. Я люблю тебя. Беспокоишься о своей протеже? Она справится. Ты хорошо обучил ее. Прости, все никак не могу бросить. Да, некоторые вещи не меняются. Ну что ж, может в то кафе? За сэндвичем? Великий камнеборец. Да. Некоторые вещи действительно не меняются. Обожаю тебя. Ты не слишком стар для грязных игр. Не стоит испытывать мое терпение. Цена тебе известна. Ты принесла то, о чем я просил. Как иронично, что именно ты пришел ко мне за этим лекарством. За редким лекарством. Тебе не надоело бегать? А тебе? Давай его сюда. Как же она тебя терпит? Это просто невозможно. Надеюсь, это наша последняя встреча. Будь уверен. Альберт? Да, все прошло отлично. Мистер Редфилд, как всегда, сделал за нас всю грязную работу. Хьюз нам больше не помеха. Как
каждый получил, что хотел.